Русскую цыганскую Вильгельма Попа виртуозно исполняет Серафима Федорова на сцене Самарской филармонии. Будущий мастер игры на флейте, уже лауреат многих музыкальных конкурсов, а теперь еще и ученица 6-й детской академии народного артиста России Юрия Башмета. Мы приехали сюда на неделю, и очень много у нас мастер-классов, так что я пока еще не знаю. С разными педагогами будем заниматься. Пройти мастер-классы, пообщаться с лучшими педагогами и именитыми музыкантами в мире высокой музыки уже знают, что Академия Башмета – это знак качества. Только самым талантливым детям выпадает такой счастливый билет. Причем не обязательно из России. Среди слушателей встречаются юные музыканты из всех республик бывшего Союза. В этом году в Самару приехали 70 учеников. Самому младшему из них всего 8 лет. Но все они подают большие надежды на звездное будущее. В этом году небывалый конкурс. 4 человека на место. Конечно, мы считаем, что это один из таких социальных лифтов для наших молодых талантливых ребят, которые могут быть замечены в том числе и педагогами, профессорами, которые работают в различных образовательных, высших образовательных учреждениях. И вот уже практика шестилетняя как раз это доказывает, что многие наши ребята потом поступают в консерваторию Москвы и другие учебные заведения. На торжественном открытии Академии звучит праздничная увертюра Шостаковича. Для многих одаренных ребят сегодня действительно праздник. Академия даст им не просто новые профессиональные навыки. Здесь они научатся по-особому относиться к музыке, в мире которой тоже возможны высокие достижения. А кто-то из участников, возможно, уже в скором времени будет играть во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре, который больше известен как Молодежный оркестр Башмета. Сейчас Юрий Абрамович собирает его новый состав. Прослушивание проводится в 7 городах, один из которых Самара. Олег Зверев, Станислав Левин. События.